Всем привет! Привет! Мы на канале. Вы на канале Кетчунес. С вами Кетчуп. И Майонез. И Настя Кэт. Это, если что, новый персонаж. Это пусть она будет сниматься с нами когда-нибудь. Я попробую ей это придумать, но это своего персонажа. И угу. Мне причем есть, по-моему, где-то прикольный персонаж, который подходит под. Кстати, Настя, поздоровайся, кстати. Короче, я подумал давать еще одного. Она как бы модератор. Ага. Помощница. Ладно, ребята, короче, у меня есть ключик. Мы когда-нибудь потом на четвертую часть или на пятую забудем убивать кита. Я думаю, когда-нибудь сделаем. Но мы сегодня не будем убивать кита, мы просто будем рыбачить, типа, и охотиться за кораблями. Это заяц. Это статуя зайца. А, кстати, тут можно ловить прикольную зайчью рыбу. Ну да. Ладно, я попробую хотя бы свою первую рыбу поймать. Ладно, давайте попробуем порыбачить, ребят. Давайте попробуем порыбачить. Кстати, у меня майонез 90 уровень. И как бы она новичок, то я что-то привыкну к игре. Пока что это... О, она даже рыбачить умеет. Понятно, о, сразу. О, легендарка сразу. Тяжко, сразу же микрофон. Ну, у меня сразу легендарка. Как у тебя там успехи? Какая теперь... Эм, что у тебя, удочка летает? Прости, у меня такое было когда-нибудь. А ты с телефона играешь, кстати? Да что такая удочка такая везучая? Неужели буду ей рыбачить? Легендарная она. Ну тут нужно тебе рыбачить этой удочкой. А да блин, не получается. А, ну, тут везучая чё, зона. Там просто везучая просто зона. Ты просто... Ой, я куда-то везу. Ой, помоги. А, тебе задание просто от Ронни поймать 3 рыбы, потом уже как бы тебе прокинуть надо все, потом у тебя появится еще и копье. Ну, для охоты. За акулами. И за охоту за кораблями. Но я на какую-то пистолетную штуку накопил. Давай просто рыбачить будем. А ты в шоке, как я сделал короткое имя в Роблоксе. Ну да. Ребята... Короче, подписчики, у нас 33 вас, короче. Привет! Подойди. Короче, 500 просмотров мне набралось. Мне набралось 500 просмотров на первом видео, так что это неплохо. Эй, да. Да, Майонез. Да ничего. Кстати, у меня есть электрическая удочка. У меня тоже. У меня легендарка сразу плывет просто. А, или Джейджин быстро, конечно, плывет. Фух, я думаю, сейчас не легендарное свечение выпадет. Я просто в шоке. У меня 3 раза падало свечение на эту легендарную рыбу. А мне с мифическим попадало 2. Ты поймала одну рыбу хотя бы? А? Покажи, Настя, какую ты рыбу словила? Знаешь, никакую. Тебе тяжело просто? Получилось, я форель поймала. Обычная рыба, но у меня легендарный. Это очень капец. А я пока что это зайчью рыбу ловлю. Пошли на зону, где зайчья рыба ловится. А эта рыба сезонная, кстати. Она исчезнет. Ладно, вы будете квест прием, и я хочу иду на пляж, так что мне я тебя жду там. 5 яиц поймать, чтобы получить твою длину. Извините. Так, это... Ура! Я поймал еще одну рыбу, у меня осталась только одна рыба для выполнения какого-то задания. Это квест, ну это квест, чтобы хотя бы тебе роднины это отправил тебе в магазин, чтобы получить копье бесплатное для сражения. По-моему, не в Ронни, что ли, или... Ты где, Майонез? А? Да я на зачи. Ловлю зачи рыбу. Просто я, она не, с этими точками стало очень удобно. Иди сюда,
сейчас тебе подойду. Что случилось? Что случилось? Ты что творишь? Ты летаешь? Эм, ты летаешь? А там это она. Ты залезла, я в шоке просто. Рыбачишь этого места. Ты сейчас рыбачить не будешь на дереве. Пошли за мной. А ты квест выполнила. И за что есть квестовое задание по яйцам? Оно долго выполнять его. Не в ролике будем выполнять, не в ролике. Так, короче, идем на пляж. Ты пока выполни квест, мы пока порыбачим с майонезом. Я тебя жду, короче. Не обращай внимания, выполни все квесты, и потом у тебя уже все открыть. Я сегодня думаю майонез за 40-й уровень добить. Эм, чё у меня удочка? Эм, у меня игра немного полагала. Залагала. Я залагала удочка. Я залагала удочка. Не, только я ловить рыбу буду. Ты ловишь, ты с рыбы. Тебе забрать. Не жаль не трейды, я тебе бы дал бы какой-нибудь медический. Не знаю, у меня все плохо, что это, ну, дом родни. Ну там квест надо выполнить, потом тебе достанется рюкзак, который даст новое место. Больше места не будет. Иди, короче. Ты со мной рядом. Иди на зеленую точку. У меня есть теперь эпик. Эпик с общим исключением? Да. Ты меня бы достаешь прям как я в обложке. Совпало. Я же знал, что ты будешь доставать меня просто. Тебе заодно. А ты расскажешь самое главное, что у тебя в аквариуме есть. У меня есть легендарное исключение. Вот. А сколько раз я падал? Я серьезно вообще. Два раза. Ну ты издеваешься. На том здании, где магазин. Смотрите на то здание, где магазин. Ну он как рыба находится. Как рыба выглядит. Магазин поставок Фин называется. Видите меня? Я туда. Это самые верхние штуки. А, ты здесь, я тебя вижу. Ничего себе высоко забралась. Я скалолаз. Я попробую сейчас отсюда порыбачить. Ну да, попробуй. Я могу рыбачить отсюда. Ну тут далеко, потому что вода. Нет, я могу рыбачить отсюда. Короче, подходи, короче, на пляж. Подожди. Я хочу поймать отсюда рыбу. Попробуй. Это вообще смешно будет. Я так ни разу не делал. Я поймала. Чё поймала-то? Камонку. Хватит, легендарки сыпятся, вы надоели? Привет. Ой, Нес тебе пришло. Я даже сказала. Я тоже так могу, но мне лень. Залетай ко мне сюда, тут счастливое место. Прикольная рыба ловится. Реально? Ты в песке ловишь рыбу. В песке. Я в кусте. Ой, давайте я тоже попробую там ловить. Там рыба. Я же купил все равно какую-то. Ой, прости. Я поймал опять это камонка. Прикольно. А закинь туда в эту сторону. Я могу издалека, блин, ловить. А, нет, я не могу. Я кликаю уже. Не ловится. А я кидываю. Стопэй. У меня удочка зависла. Я ловлю. У меня рыба, у меня удочка забагала. Ребят, спросите, но у меня, кажется, удочка зависла. Я не могу, я просто не могу закинуть ее. Майонез, посмотри. На это. Я не могу закинуть. Я ловлю удочку, ловлю рыбу в песке. Нормально. Можно пух? Я передай шоу. Две одинаковых, еще две одинаковых. Я сейчас тебе это продам быстренько. Если что, ты не продавай свечи. Это что ты поздно, сохрани мифическое свечение, сохрани просто. Продать. Я продала все. Да
Так квесты, что ли, бы все выполнили? Так подтверждение мне выкидывай. Ну, не продавай. Я просто много рыбы поналовила. Я хочу сейчас забраться на лутую морковку, которая на коне есть. Я вообще можно забраться. О, тебе уже все закидывается. Я не знаю, что хочу сделать. А что хочешь сделать? А вот сейчас увидите. Если я смогу это сделать, то я хочу это сделать. Настя, я сейчас тебе воткну просто. Видишь, ты помнишь, что ты там сюда залезала? Я сейчас просто там прыгну на шип, и я воткну. Ай, больно. В ноге. Не, в жопе. Да где? Так, ну. Ура, ловится! Я могу издалека ловить на крыше. Резетнись, даже. Пошли, короче, я заспавлю корабль, поплывем в океане, попробуем порыбачить. Там рыба интересная. Ты сумку забрала с этим магазином? Я вообще сейчас не вижу еще. А ты забрала сумку в магазине? А не забрала. Да. Зайди в рыбный магазин, там есть бесплатный мешочек. О, яйцо. Ты забрала уже, что ли? Да, уже забрала еще одно яйцо. А. Короче, я жду магазин около лодочной. Пусть мама увидит, пусть мама придет, пусть мама катуры, не забежит. Знаете, как я придумал это ОБЖ еще как назвать на майонез? Знаешь как? Не забежит. Общество больных жителей. Общество больных жителей. Я тебя жду у лодочной. Я альбиноса эпического выбил. Поздравляю. Ну, у меня такой есть. Я тебя жду, что-то у тебя долго. А у меня все лагает, мне все так нравится. Вообще класс. Лагает? А может лагает? О, немножко. Все, я добралась опять на высокое место. Сейчас еще выше заберусь. Ну да. Ты иди просто в лодочный, мы тебя ждем. Мы будем ловить акул. Убивать их. Убивать. Фармить денег, короче. Подождите. Тебе прокатит. Я лечу. Пытаюсь лететь. Мать, видишь, зеленая точка, это я. И я. Да, ну, я не вдвоем вижу. Это две зеленые точки. Да, это мы, это мы. Это мы. Заходи к нам. Да вот, я вижу вас, господи. Я спавню корабль. Как? Чё мне спавнится? Мой корабль. Заплыли. Поплыли? Давайте я покажу, что... Я покажу, что... Ой, ты к чё? Запрыгивай. Запрыгивай. Ладно, поплыли, ребят. Я покажу, как работает этот компас. Нельзя сесть, его состоять надо. Да вы что, опять меня потеряете? Слава! Кетчуп! Да господи, цепарил мое имя, брать в монтаже это срезать. Да пофиг. И ты пожалуйста, какая-то удивлен такая. Катушка, я кошка, я люблю воду. Ловишь рыл воды? Я просто пью воду. Запрыгивай. Сейчас акулу просто убьем. Я получил две редки, я два плавника и один хвост. У меня есть плавник. И да. У меня два хвоста. Ой, ну неплохо. А хочешь еще убить? Да. Окей. О, тут и корабли есть. Будем болтать. Ну, давай сначала я... Хотя давай ты болтаешь майонез. Мне все-таки уже кристаллы не нужны. Я могу, у меня ноль кристаллов. Так, а ты... А, я не знаю, как это... Короче, я могу тебе объяснить, как это корабль болтать. Короче, плывешь к Анилу, там, над ней и вокруг зоны ищи корабль. Потом ищешь корабль, там есть один сундук или два. А болтай сундук, просто нажми на Е. Или просто открыть. Я сейчас просто майонез летает туда-сюда, 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 туда-сюда по лодке. Это бывает. Так, просто не думал, все нормально. Мы около... Около... Мы около него? Ладно, я вплавь как-нибудь доберусь.
корабль доплывешь? Да, возможно, будет акулы. Я там отдыхаю за кораблем. Скорее всего, не обычный корабль. Просто плыви уже с этому кораблю. Стой, остановить. Мы стоим, реально. Подождите, конечно. Это необычный корабль, скорее всего. Бей водичку. И новый квест дали. Попила водичку и поила. Кошки же боятся воды. Не все. Некоторые вообще обожают плавать, кошки. Ну. Дрифт. Это обычный корабль. Поплыли к эпическому. Поплыли к эпическому кораблю. Там точно должны быть красные акулы. Красные акулы, и мы там будем кушать. Я хочу яйцо мифическое выбить. Очень хочу. С свечением. В общем. Порт Джексона. Да. Мы вокруг острова плывем. Сейчас пост, я иду на точку, где мне указывает навигатор. Угу. Я вижу точку. А вот и красная акулка. Не прыгай, просто достань копье и стреляй. Ты просто возьми копье и стреляй. Попала? Я их одна тут убила? Нет, надо их несколько раз дамажить. Вот я вижу, что ты попала. Где тормозился опыт? И у меня. Я попала. Попадай много раз, когда все возможно шанс будет или что-то... Много чего болезненного. Вот так это, короче, объяснение. Вот ты упала, скорее... А, нет, не упала. Мне не багается упала. Карта просто. Попала я. Ура, мы убили одну акулу. Я могу, если же выбить то монеты, то кристаллы. То вообще унички. Ты. Мифическое. А только это. Короче, ты. Ой, чё, я добила. Ой, есть редко. Так, поплыли. Все, плыви, короче, вниз, на дно и ищи вокруг зоны корабль. Прыгай, короче, вот. Мы дёрт тебе просто. Покажешь, что тебе выпало? На дно искать корабль, да? Да. Я вижу. Это, короче, не за мной. А я пока что порыбачу. В океане! Кто обе проживает на дне океана? Кто проживает на дне океана? И корабли! Это бычку, думаю, на корабли. Али! МНС! Ну мне везет что-то теперь в океане. Вдруг я в зоне. А давайте проверим прибор, работает вообще он или нет. Вот, видишь, я купил его, вот, видишь, пока за красные точки. У меня одна проблема. Что? Я вас не вижу. Так плыви. Плыви, где зеленая точка плывет. Это буду я. Напрыгивай, корабль, сейчас я подплыву, я знаю, ты где находишься. Это, вначале это всплыви, потом уже плыви на красный корабль. Я пытаюсь всплыть, я всплываю. Да не надо тебе. Она видишь, зеленая точка, это она. Ну, поднимайся, вот, я тебя вижу. Да мы тут, а? Мы тут, вот, красный корабль, запрыгивай. У тебя есть место? Ура! У тебя есть еще место? Давай порыбачим в океане. Пойдем освободим инвентарь, кстати. Стоим. Я порыбачу, пожалуй. А ты еще есть место? Давай тогда порыбачим. Но я поверь, прибор все-таки. Не надо тебе пока. Необычно корабль затонул. Найди его, чтобы передавать свое сокровище. Да не надо. Там слабые. Крутые. Опа. Так, ну думаю, что это должно вести. А сейчас лопнем рыбку. Так, ну тут должно как бы вывести что-то необычное. Ну, это, конечно, обычная зона. Тут... Ну тут большим шансом маленьким. Да господи! Что, он реально работает? Поздравляю с моим уровнем, котейка. Я кетчуп. И новый уровень. Другую. Ну, у меня тоже и новый уровень. И у меня тоже. 91-й. У меня 4-й. Господи, вы чё? Мы как бы давно эту игру играем. С января. В конце 30-го, что ли, не 30-го января. 20-го, скорее всего. Мы просто нашли ты. Да господи! Да что это такое-то? О, тебе тоже эпик.
О, господи, мне необычное свечение. У меня такого нету. В аквариум помещу тогда. Вон этот я там точно не увидишь. Легендарка пожалуйста. Да вы издеваетесь? Это юбка. Чего? Два раза подряд. Необычная на мифика. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня. Я сейчас покажу вам. Эта рыба очень дорого стоит. Это вообще, как додуматься еще надо было? Это еще как было додуматься? Ты видишь это? У меня очень мало всего. Что, инвентарь заполнен? Продать. Я с ума сойду. Три новых рыбы на видосе. Мне кажется, что ни с чего я достаю походу майонеза. Хотя у нее... Не! Ха! Не получится. Мне кажется, нам пора поплыть домой, потому что у меня очень много этой, мне надо ее продать. Я согласен, у тебя места мало. Поплыли. Ты гон! Ты где? А, ты рядом. Я там. Саша, я стоп. Не вали мое имя, Настя! Это я не тебе, это моей сестре. Мелкой. Мелкой, которая младшая. Старшая майонез. О! Пьешь водичку. Ребята, вы должны подписаться на мой канал. Как увлекательный контент. Да, увлекательный бизнес. Мы просто играем хорошую игру. Ты можешь упасть. Как? Я буду рыбачить там. В следующий раз не в океане. Не, давай в следующий раз в океане порыбачим еще раз. Я пошла продавать и покупать себе. Я убил всего 1006 акул. Но ты сколько я убил акул, кстати, майонез. 1006 акул. Я кого-то помню. Ты тоже продаешь? Да, я продам, я еще все-таки надо рыбу лишнюю скопить. Неплохо. 1000. 27 тысяч. Продать. Я аквариум. Иди к аквариуму, я хочу тебя просто удивить тебя. 10 тебя. Я потом к тебе зайду, я к себе просто к это рыбочки положить. Крутые. Так, с первого раза я пойду получу. Маленький вопрос, ну не знаю. Я сейчас хочу посмотреть. Но я, скорее всего, только тихоходную лодку смогу. Да, мне нужно что-то купить. Так, морского окуня нету, положу. И еще этой рыбы нет. Смотри, сколько у меня тут мификов и легендарок необычных. Ну да, ну ты можешь купить, конечно, если будешь одна играть. Я куплю. А тебе нравится эта игра? Да, мне нравится. Если хочешь играть в него дальше, ты можешь играть в одиночке или с нами. Ты хочешь это еще одном ролике сняться про Brawl Stars? Короче, через 10 минут записывание завершено, потому что уже почти 40 минут записываем. Предлагать для концовки просто поплыть в океан и просто там порыбачить. Или просто еще убивать. Ты там что делаешь? Прощаться уже тогда. Что, прощаться? Там, ладно, я просто подплыви, короче, это, короче...
Подойди просто к нам. Ладно. Да ты мог из корабля. Ладно, нужно плыви на эту точку. Ребята, вы были на канале Кетчунес. Если вам понравился видеоролик, подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы пропускать новые видосы. А то они у нас редкие, особенно со мной. Ну да, со мной. Еще мы первый раз записали с Настей. Все-таки было удивительно. А да. Всем пока. 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 Всем пока. Пока.